говорили во время чемпионата мира о том, как работает тандем Мартинес-Анри. Ой-ой-ой. Не решил проблемы. Сейчас мы видим. Ну ладно, полбеды, он потерял мяч. Но посмотри, как Джики здесь отработал. Пошел в подкат и просто не попал по мячу. Вам дико повезло. Хорошо, что по мячу попал все-таки. Потеря для этой команды Олег Акселя Вицели. Мы сегодня... И строящих свою игру на большом количестве владения мяча. Бельгийцы как раз старт, но они еще недостаточно, по мнению бельгийского журналиста. Между прочим, Юрий Тельманса за свою сборную. Он дебютировал как раз при Роберто Мартинесе, нынешнем главном тренере. Теперь чем мы отвечаем? Более того, это первый чемпионат через череду контрольных матчей. И не приходилось отбираться. А вот сейчас эта задача стоит впервые перед Станиславом Соломовичем Черчесовым и его командой. И начало положил. Ахметов заказывает мяч чуть и направо, не рискнул делать диагональ, хотя там перспективно смотрел исключение Марио. Ох, как! Чуть выключился, возможно, Георгий Джики. Видел, что там Юрий Тельманс, который проигрывает ему в росте, и пошел за этим мячом, забрал мяч. Ахметов. Классная передача вперед. Антон накрывается под эту как раз передачу, но Марио чуть не точно ее сделал. Эльзад нарушает правила в воздух. Проявить, закрепиться в составе. Действительно, он играл рукой против Юрия Тельманса в прыжке. Пошлось. Не бронзовеет, несмотря на то, что она сильно бронзовый призер мирового чемпионата. Турков находится, но здесь очень важно терпеть. Прострел. Это что никто из центральных защитников не выдвигается за нашим нападающим. Зар внешний, подбор Эльзата, красавец. Прыгнуть на слово выше. Игрок бельгийской сборной сейчас очень опасная контратака. Потому что у нас тут один, только Федор Кудряшов встречает на своей половине поля. И ему навстречу игрок, владеющий мячом, идти очень опасно. Это Юрий Тельманс. А вот сейчас поперечные передачи пошли. Можно вмешаться, нужно вмешаться. Лови! Как это был Георгий Джики. Оф. Середину Эльзат Ахметов тоже быстренько в этой минуте. Но ворота по-прежнему Гильерми номер первый. Правый фланг Марио Фернандес. Второй номер левый. Юрий Жирков номер 18. Центр. Марио Фернандес в центр. На Эльзат Ахметова. Связка наигранная в клубе. Вместе с ними здесь Головин. Георгий Джики. Да, пропустили два мяча наши, но еще вспомним, что третий был очень близок к створу. Джики из пустых ворот мяч сумел вынести. Дзюба сегодня очень здорово бьется. Вот и уходит сюда к полу. Хотя мы привыкли, что Федор играет иногда центральным нападающим, но сейчас очень пригодился в обороне. Ахметов. Передача. Но это лицом к нашим воротам. Тут Тильман загоняет. Сейчас просит мяча на другом фланге Марио Фернандес. Но как ему доставить туда эту передачу? Здесь это все вычищает бой от штрафной площади. Но Федор Кудряшов так занимается. В своем, на своем привычном месте впереди. Подача. Так. Против Эльзата. Красавец какой Ахметов. Это перехват. Возможное начало атаки сборной России. Ахметов левее. Мягко как покатил этот мяч. Жестко. Ахметов. Ох, как здорово. На карманчике. Юрий Тельманс. Здорово. Это вы не подвели. Азар. Эден падает. Эльзат Ахметов. Один раз он уже здорово. Да. Причем на что здесь мог рассчитывать? Сегодня он задействован. Эльзат Ахметов сейчас в позиции центрального защитника мяч принимает. Ох, два раза сегодня убрал. Блин, Азар. Брюссели могли, поддерживали. Мяч не дошел. А вот момент. Перехитрить. Думать передачу вперед. Поворачивающая Миши Бачуаи. Мяч подхватывает Антон Миранчук. Ему же новый пас. Головин. Сцепка. А вот и Федор Кудряшов. Да, поэтому только заставлять ошибиться, идти активнее в перехват. Эльзат Ахметов. Это Эльзат Ахметов. Шниль. Стало как неинтересно. Они... Но вот здесь красное сложилось из двух желтых. Очень обидно. Очень не кстати, не нужно это. Казахстана, ну, наверное, особо никто сии сравнял счет. Но игра уже заканчивается. Три минуты компенсированного времени. В концовке первого тайма вообще он был только положительный.